Волонтеры научат жителей региона записываться на прием к врачу с помощью инфоматов. Проект по внедрению инфоматов как эффективной формы самостоятельной записи на прием к доктору запустил Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа совместно с региональным отделением Общероссийского народного фронта. Помощь волонтеры будут оказывать в часы пик, когда пациенты в поликлинике становится особенно много. Ребята установят очередность и будут дежурить у инфоматов, предлагая людям помощь. На следующей неделе. Вот есть на понедельник. Медицинский полис и минута свободного времени. Все, что нужно для записи на прием через инфомат. С остальным помогут справиться волонтеры. Сейчас я записываюсь с терапевтом участковым. В дальнейшем будете пользоваться? Ну, вообще, да, удобно, потому что не нужно стоять в очереди. Также дозваниваться по телефону, просто прийти и записаться. На сегодняшний день такими электронными устройствами оснащены 4 лечебных учреждения округа – детская поликлиника, стоматология, взрослая поликлиника и центральная поликлиника Заполярного района. Но пользуются ими не очень активно, таковы результаты анализа, проведенного профильным ведомством. Сегодня жители округа предпочитают записываться на прием к врачу по телефону или через регистратуру. Такие дедовские методы приводят к созданию очередей в регистратурах поликлиник и загруженности телефонных линий учреждений здравоохранения. Избежать этих неудобств призваны инфоматы. Эта акция будет проходить на протяжении 2 недель. У нас, соответственно, задействованы волонтеры Ненецкого автономного округа. И это мероприятие интересно не только волонтерам, но и, соответственно, полезно будет для граждан. Волонтеры, которые помогают записаться на прием через инфоматы, прошли специальное обучение. Они будут работать в различных медицинских учреждениях. Впрочем, те, кто может подойти для записи на прием в поликлинику, могут воспользоваться альтернативными способами. В округе может записаться, соответственно, через интернет, то есть через портал Доктор83, через портал Госуслуг и через мобильное приложение «Витакарта». Напомню, проект по внедрению инфоматов как эффективной формы самостоятельной записи на прием к доктору запустил Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа совместно с региональным отделением Общероссийского народного фронта. Анастасия Сабатович, Мария Владимирова, Александр Бобрикович, Антон Водряков, телеканал «Север».